пограничника в году? Вообще-то один. Два. Да хоть три. Скажите, Валентина Ивановна... Детский стишок знаешь? Да я многие знаю. Мороз, воевода, дозором обходит владение свое. Дозором. Вы считаете меня легкомысленным? Поживем, увидим. Ну вот, пожили, увидели, сказка кончилась. И если кончилась одна сказка, это не значит, что не может начаться другая. Ко мне в квартиру пробрался человек, то ли вор, то ли бомж. Ну, это Ленинград, я... Третья улица, строительный дом 20. Что это? Мы туда попали? Хотя, почему сказка? Вполне реальная история. Прилетели.